Итак, представляю вам свою сборку всякой фигни, типа моментов, где грузовик врезается в поезд, где самолет падает об машину и прочая хрень. В общем, там трамплины и все такое. Пока сборка номер один будет маленькая, вот решил испробовать врезаться в поезд на таком грузовике. Вот. В общем-то, ждем поезд, пока я отрубаюсь. Так, вот поезд есть, погнали. Бе-бе-бе-бе-бе-бепна! Ах, мать твою, ничего особенного не произошло. Слушайте. А, нет, он остановился, смотрите, он остановился. Видите, он обратно продолжает ехать, какой наглый. Ах. Охренеть, а если я сюда трамвай привезу? Давайте посмотрим, кто кого перебодает. Видите, я побеждаю. Ах ты тварь. Ну, в общем, сами видели. Так, ну-ка. Все, поезд сошел с рельс. Вот тоже очень интересный момент, как видите, да? Ну тут без комментариев. Погнали. Жалко, нитро нет. Бум. Неплохо. Короче, вот еще один трамплин. Жалко, что нитро не хватает. Вот. Это выглядело бы эффектно с нитро. Так, еще один трамплин. Да, хрень это, конечно, а не трамплин. Так, попробуем еще раз. Надеюсь, обойдется без всяких там сюрпризов, типа машины, да? Всяких там машин по встречке и все такое. Поворачиваем. Отлично. Бум-бум. Буль, все, приехали. Погнали. Блин. Пошли вон! Идиот она. Вот это круто! Вот это я понимаю, прыжок. Так, а вот еще один трамплин. Поставил на тачку нитро. Сейчас, минутку, я нормально разгонюсь. А, ребят, посмотрите на это, бля. Я пока эту машину доставил. Блин, до мастерской. Я, короче, ее начал чинить, а она это... Главного продавца, походу, дело убила. О, видали она? Охренеть, бей. Ну все, автобус у меня будет в гараже. Круто. Че? Сейчас будет то, что я хотел сделать. Очень-очень давно, когда увидел автобус. В общем, ждем поезд. Все, погнали. Врубаем нитро. Бля. Смотрите, вот это вот, да. Эта хрень даже автобус выдерживает. Ну давай. Я даже нитро на эту хрень поставил. Давай, 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 давай. Ну. Все, походу, он сейчас сосис летит. Если не взорвется. Давай, давай, тварь. Я придумал кое-что другое. Все. Выход заблокирован. Так, знаете, по ходу дела вся железнодорожная линия просто-напросто остановилась. То есть я смотрю, поезда больше не ездят. Ни в эту сторону, ни в ту. Ай, бля. Вот сейчас начнется капец. Все, мы пошли против системы. Просто отлично. Блин, за нами погоня. Сейчас веселиться будем. Давай, залезай, мужик, залезай. Так, еще один трамплин нашел. Погнали. Уау! Отлично, круто. Приехали, да. Машинка уже скоро сдохнет. Ах, как. Так, погнали.
Лагает, конечно, не на шутку. Ох, мать твою, вот это да. Вот это было круто. Играем в футбол. Погнали. Отлично. Внимание, сейчас будет столкновение со самолетом. Интересно, а он приземляется или взлетает? А, нет, он взлетает, по ходу дела. Ну, столкновение неизбежно. У меня вертолет, кстати говоря, горит. Так, давай, давай, я хочу его поймать. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ты, сука, отлично попался, гаденыш. Все, капец ему. Не знаю, что произошло, но... Как сами видите, да? О! Охренительно просто, блин. Ой, что я купил. Во, круто. Погнали апгрейдить. Так, погнали. Бабамс. Эх, моя машина. А, нет, смотрите, что я повезу. Погнали. Там такой трамплин есть обалденный. Давай. Мяу. Отлично. Погнали еще раз. Так, сейчас минутку. Ага, все, врубаем. Эх, мать твою, не допрыгнул. Но все равно нормал. Вам не кажется это странным? Так, вот еще один трамплин, погнали. Ох, мать твою, как я врезался-то, а. Так, все, погнали. Отлично. Хоть как-то. Так, вот еще один трамплин, погнали. Отлично, над же, до крыши долетел. Вот только как отсюда теперь выйду, не знаю, но выйдем. Ну-ка, тест. Вот это круто, ребята, а. Здесь, кстати, еще говоря, разрушаемость неплохая. Я сейчас разрушу эту башню, и вот тут еще одна стояла. То есть тут разрушаемость просто обалденная. Ну вот, в принципе, еще один трамплин. Сейчас я вам продемонстрирую, как я разобью свою тачку или сдохну даже. Так что вот, смотрим. Ну, погнали. Мяу, бум. Ох, вот и все, капец моей тачки. Смотрим сейчас небольшой прикол с этим. Блин, как это там? Короче, заправка. Я помню, у меня машина просто нахрен отлетела. Ну-ка, погнали. Давай. Еху, видали? Бумц. Она вообще сейчас должна нахрен взорваться, но почему-то она отлетает. Вот. Так, ну чё, погнали? Еху, бумц. Отлично, слушайте, круто. Странно, те машины взорвались, а я не взорвался почему-то. Этот памятник точно можно разрушить. Бля. Вандалы хреновые, бля. Отлично, вот это круто, а. Просто обалденно, на самом деле. Так, еще один небольшой трамплин, погнали. Ах, как круто, а. Отлично, и еще разок. Слушайте, это круто. Еще один трамплин, погнали. Бля, слишком поздно активировал. Ну да ладно. Сейчас еще раз попробую. О, погнали. Бля, бум. Ладно, забьем на это. Машины управлять нереально, поэтому так все косо получается. Погнали. Круто. Еще раз погнали. А сейчас тачка сдохнет. О, смотрите-ка. Бу-бумца. Круто, да? Прям как в батле. В Battlefield 3. Охренеть, какой игре такое еще увидишь? Так, ну у меня, походу, дело игра заглючила. Только что причем. Да, автобус в мастерской это, конечно, круто. Я, кстати говоря, сейчас даже мышку не трогаю, но да ладно. Так, ну что, полетели на? О, куда автобус-то улетел? Эх, автобус на бок упал. Сейчас автобусу будет конец. Бумц. Охренеть, блядь. Так, вот взял машинку, да?
попробуем сейчас ее подорвать. Очень хорошая машинка, наверное. О, ну-ка. Ни хрена себе. Какое спаривание, а. Круто. Ну, погнали. Бумсно. Ебать, что у меня с машиной произошло? Ух ты, мать твою. Так, внимание, сейчас будем сбивать вертолет без ракет, смотрите. Так, ну-ка, как я там самолет сбивал, давайте вспомним. Так, ну-ка. Давай, сученыш. Охреневшись по мне стрелять. Давай. Отлично, ес, видали? Вот это круто, а. Вот это я понимаю, да. Весело. Так, погнали. Бумц. Нормально так приземлились. А, ну и обратно можно, смотрите-ка. Бум. Вот теперь приехали. Вот еще один трамплин, погнали. Бумц. О, как красиво приземлились. Так, попробуем еще раз. Но это не трамплин, это говно. Еще один трамплин, погнали. 80 прыжков, охренеть, где я их найду, а? Так, ну чё, как я уже говорил, это будет небольшая сборка, да? Вот, ну, надеюсь, вам понравилось. Была такая вот небольшая сборка, то есть, что я в этой сборке делал? Я показал множество, ну, не множество даже, а просто небольшую кучу таких трамплинов, да? Вот, конечно, их тут больше, их тут 8 штук целых, но мне, если честно, лень их искать, я прошел игру. Вот, и я думаю, я ее сейчас удалю, так что вот. Так что, вот так вот. Ну что, надеюсь, вам понравилась сборка. Всем пока и удачи. Блядь, что-то так лагает, это вообще...